Соглашение подписано. Поздравляем. По условиям соглашения, одно из крупнейших предприятий региона гарантирует снижение суммарных выбросов, обеспечение проектной мощности газоочисток и экологический мониторинг источников воздействия ТРАЗа на окружающую среду. Кроме того, металлурги планируют благоустроить советский район, создать скверы, закупить спецтехнику для уборки улиц и высадить более 1000 деревьев в Красноярске. «Русал» – один из крупнейших инвесторов в Красноярском крае, компания, которая постоянно строит, обновляет производственные мощности и сейчас находится в большом масштабном плане дальнейшей модернизации, которая позволит не просто сократить объем негативного влияния, объем выбросов в атмосферу, но это вообще изменит очень серьезно базовые экологические последствия электролиза алюминия. Без достижения экологических параметров на самом современном уровне продукция не будет конкурентоспособна, поскольку это, по сути дела, сейчас веяние времени, и уже мы никуда от этого не денемся. Да, в общем-то, это и правильно, потому что мы ответственны за будущее поколение, нам не безразлично, в каких условиях живет и существующие наши работники, их дети, их внуки. Это соглашение, оно является всеобъемлющим. Только на благоустройство советского района компания выделит порядка 50 миллионов рублей. А для того, чтобы определить, что же нужно сделать в первую очередь, было опрошено более 3000 человек, в их числе и сотрудники КРАЗа, проживающие в этом районе. Уже сейчас совместно с администрацией советского района Красноярска ведется работа по формированию проекта благоустройства. Известно, что на улице Пограничников появятся сразу две зеленые зоны отдыха с пешеходными дорожками, новым освещением и, возможно, даже с точкой доступа к Wi-Fi. Общая сумма инвестиций компании составит более 1 миллиарда 200 тысяч рублей. Нина Володина, Алексей Овсянников. Новости.